Татьяна, Борис Макроузов. Свет любви последней зари.
скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность. О, как на склоне наших лет сияй, прощальный свет любви последней зари, вечерней любви последней зари, часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Никитских не спят. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается. Маршалов нет у любви, пусть поход никогда уж не кончится. Признаю только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят. Часовые любви на Неглинной не спят. Часовые любви по Арбату идут неизменно. Часовым полагается смена. Шарик улетел, ее утешает, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешает, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другому, ее утешает, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он однажды мне позвонили с телевидения, со второго канала, российский канал, «Россия-2», что ли. Говорит, а не могли бы вы поучаствовать в ток-шоу о здоровье? О здоровье.
здоровом образе жизни. Ну, вряд ли я вам там прикажусь. Он говорит, нет, там нужно спеть песню о голубом шарике. Только наоборот. Говорю, как наоборот? Ну, надо сначала спеть «Плачет старушка», потом «Женщина», потом «Девушка», потом «Девочка». Говорю, зачем же это? А понимаете, мы там будем одну, говорит, женщину лечить психологически, возвращать ее как бы вот из ее вот, вот нынешнего состояния в детство, и таким образом мы ее вылечим. Там прямо на глазах у изумленной публики. А вы в это время споете песню на «Гуджалы» наоборот. Я, конечно, я себе представила просто. А шарик вернулся, а он голубой, плачет старушка, мало пожила. Вот, и все это вот. Вот. Сказал, нет, знаете, я, наверное, не смогу. Это очень сложная творческая задача, она мне вообще не по силам никак. Вот. А они говорят, ну ладно, что ж, дед, здесь вот такие, раз вы такие ни на что не годные. А ведь кто-то согласился, вы знаете? Вот наверняка. Они наверняка нашли человека, который согласился петь песню «Куржава наоборот». А мы сейчас вот с вами тоже поступим наоборот. Мы сейчас вот таких вот вещей зрелых, «Последняя любовь» и так далее, мы обратимся к такой пубертатной лирике, которую в большом количестве, между прочим, сочинял Виктор Семенович Берковский. 40 лет назад Виктор Семенович Берковский очень любил девушек. 40-50, вот так вот как-то. И сочинял для них песни на трогательные женские стихи, преимущественно о несчастной любви. Он, будучи композитором очень амбициозным, желал прославиться. И даже предлагал эти произведения одной начинающей в то время, но подающей надежды певице. Она просто жила в его доме, там, в соседнем подъезде, и ходила там мимо. Это была Алла Борисовна Пугачёва. Но она не взяла эти песни, а я взяла. Я взяла, и это характеризует меня наилучшим образом. Первая песенка на стихи Ларисы Крамарчук. Взглядом на зарю, я не то все время замечаю, я не то все время говорю. Я споткнусь о веник у порога, я в окно по террасы постучу, и шумит, шумит в ушах дорога, и все время я лечу, лечу. Как мы сразу быстро вырастая, как мы все особенного ждем. Мы, девчонки, вылетаем в стаи, восемь окон деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке, и куда-то школа отошла. Как мы плачем вечером в подушку, чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками, пятнах отмечает стена. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Песенка из этого же трогательного цикла на стихи Тамары Жирнунской. Но здесь уже девушка имеется в виду постарше. И проблема у нее гораздо серьезнее. Она уже не спрашивает, что мне делать. Она как бы знает, что, но еще не знает, как. Ла-л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 а
усталая, не одинокая, просто я сегодня одна. Фонари надо мною зажглись, клёны жёлтые звёзды сбросили. Я беру на память осени желтоватый морщинках лист. Секретных снах я приду сквозь кленовые кружи, прижимая листья к груди, невлюблённая и незамужняя, это всё ещё впереди. Давида Самойлова. Март-апрель. Ни звонков.
за горизонт ушли, за облака. Только вот жалко, вереск тот медовый. Да и, пожалуй, в этих мест не отыскать. Владимир Васильев. Сейчас будет много песен о любви к себе. Не любви к окружающим. Да. К родине, к истине. Это тот самый автор, который парализовал наше воображение в последнее время. В его творчестве необыкновенном мы находим ответы на все мучающие нас в последнее время вопросы. Особенно он нам симпатичен тем, что сочиняет очень короткие произведения, секунд по 20, по 30. Но начнем мы с монументального полотна, которое он сочинил как композитор. Он сочинил музыку на стихи Дмитрия Быкова, знаменитого нашего поэта. Басня «Стрекоза и муравей». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд. А вот и снег пошел, смотри, как я пляшу. Последний стрекозел, смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки и чайник со свистком, и радужный огонь росистого напитка. Мне только твой впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают, пышки, способные к работе и борьбе. Умеем лишь просить, пусти меня к себе, и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой, мозолистый, угрюмый, большеротый. Завистью следя воздушный мой прыжок, попросишь стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай. Три романса, они не займут много времени, они вот такие, секунд по 20. Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык, выдвинул челюсть комод на полкомнаты, высунув платье, погрянный язык. Сердце манило в объятия сладкий разум, в объятия того, кто не мил. Двинула ящик божественной пяткой, лязгнул комод, язык прищемил.
под вечер, предвкушая водку, два утомленных скрипача брели вонючую селедку за хвост колючий волоча. Селедка головой мотала и губы набок своротив, романс негромко напевала, перебирая чуть мотив. О, Боже, как же я забыла, и дали боль, и ночи вон. Но тут и пылью рот забила, и дали читать в уму, чай уже не махонький, вырос уж лопух, над губой пух, в женихи пора. По чужим дворам только шум и гам, хихоньки да хахоньки, взял бы хоть топор, порубил дрова на траве двора. И вообще, Егор, говорят в упор, глупые родители, надо все равно знать бы хоть одно дело до путя. Он схватил топор, и с тех самых пор только его видели, не ругай муму, не пари муру, не кори дитя. Еще одна такая миниатюра. Это точно про любовь. А Евгений Николаевич там даже споет любовную такую партию. Ну как споет? Ну как споет? Да, споет. Нет. Корабли? Корабли. Конечно. Это ты тоже потом. Тогда я больше спою сейчас, чем планировал. Да-да. Ну как, вот мы когда на дисках пишем, участники записи, там, например, Лидия Чебоксарова, вокал, Дмитрий Богданов, вокал, Евгений Быков, голос, мы пишем. Таким образом выделяя его. Да, по своему отношению к моему дарованию. Вокальному. Корабли на причалах ржавеют от спячки, белошвейки, царевны, рыбачки и прачки выбегают на берег ладони козырьком, где он суженный ветром попутным брюхаты, облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут горизонт, никого. В направлении песчаных барханов мимо них пронеслось стадо диких мужланов. И пошли по пескам, по следам. Теперь сказка «Царевна лягушка». Из лягушки она превращалась в девушку, ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка, и это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Не доцеловал. Сказочник, еще одна сказка, правда, довольно грустная. Следующая царевна.
птицы о тебе кумекали, да звучали не те слова. Разводили руками лекари, крепко спит, но скорей жива. И бросался я в степь ковыльную, и распугивал воронье, и на меч путину пыльную наворачивал, как тряпье, и ответы искал у нечисти, как дорога к тебе долга. Чего ты, бедняга, мечешься, вопрошал меня яга. То сидел я на хлебаной корочке, то без удержу пировал с пьяным заинкой на пригорочке, об одной тебе горевал. А вдалень траву я заваривал, за моря бежать был готов. Зайка серенький уговаривал, поцелуй всего делов. И бездумно ломился в чащу я, и задумчиво гладил рожь. О, Россия, царевна спящая, поцелуешь, навек уснешь. Еще одна знаменитая сказка, точнее песня, написанная для сказки «Голый король». Песенка «Ткачей». Она очень известна, а если даже не известна, то вы припев легко выучите сразу. Он простой. Либо ты дурак, либо не на месте. Либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Эта песня, надо полагать, о любви к истине. Песенка «Ткачей». Таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать, я вижу, это так. Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий ух, когда приходится всерьез решать, это на не сдохну. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Привольно дерзким ловкачам короля служить, легко и с мыслишем ткачам камзолы залезть шить. Придворный всегда готов носить его без лишних слов, но голым голову назвать. Ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Ну, по тому эмоциональному подъему, который нас обуял, вы догадались, что концерт подходит к концу. Мы будем заканчивать наш концерт. Конечно, песни Саши Иванова. Нет? Не будем? Что-то вспомнилось. Как сказала бы, кровь здорового человека, пора сворачиваться. Вчера с далеки от рассвета, когда птицы крепко спят, летают только дети и счастливые парят. В час нечаянных находок, загаданных утрат, в центре города и гонку два беспутных пешехода с
заблудились до утра по всей округе. В окнах свет погашен, но нам не страшен наш неблизкий путь. Давай покружим, свой маршрут нарушим, давай еще свернем куда-нибудь. Как чудесный в переулке под качание фонарей музыкальные шкатулки незаключенных дверей. И как трепетны во мраке им внимают, не дыша, одинокие собаки, заплутавшие гуляки и ночные сторожа по всей округе. Мирно спят супруги, их сны упругие, синие шары. А мы все кружим, в эту ночь мы дружим. Давай еще покружим до зари. Одинок на театрале Шиллер бронзовый суров, как намек официальный на коварство и любовь. Наши встречи печальны, как примерный семьянин. Он, конечно, гениален, но немного театрален этот важный господин. Ах, милый классик, да, немного поздно смотреть на звезды, сном не дрожа. Но как же я взял этот путь во мраке, где лишь собаки, мы и сторожа. Пай-ра-па-пай-ра, ла-па-ра-па-пай-ра, ла-па-па-пай-ра. Программы, и мы вас ждем. Конечно же, ждем. Спасибо огромное за то, что вы были с нами. Спасибо. Ну, хорошо. Ну, без пису мы еще никогда не уходим. Уже музыка заиграла ласково. Мы сейчас, правда, вот закруглим все, что было сказано сегодня, песни Юрия Висбора. «Речной трамвай». По самой длинной улице Москвы, по самой светлой улице Москвы, здесь
горька любовь и ненадежна грусть. А мы на это с мамой глядим, сюжеты пьесы знаем наизусть. Но наш вояж на счастье обречен. Москва 12, старенький трамвай.